Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем, Метель. Так, начать игру. Давайте. Так, у нас три эпизода. По-моему, так. Четвертый еще пока только делается. Итак, Алан. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. И я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. А кто это он-то? Собака? Так, у меня есть инвентарь, подождите. А тут можно как-то... Так, настройки, громкость эффектов. Так, чувствительность. Ну, чувствительность давайте немножко добавим. Так, ну, продолжить. Я думал, тут это... Кнопки как-то тут есть. Тут нету кнопок. Понятно. Так. Ага, это вот, кнопки просто вот. Заперто. Что делаем? Вау. Отмычка. Такс. Нужно выбираться отсюда. Ну-ка, если я зайду. Ага, все. Подожди, а я что, такой маленький или, блин, или что? А, во. Так, смотрим, что здесь. Ой. Подождите, а я пустил ток, за что он пошел еще куда-то? Панель управления включена. Панель включена. А что там? Не подняться. Можешь попробовать еще раз? Так, ну-ка, что взять? Взять нет? Так. Пожарный шкаф. Ключ за стеклом. Огнетушитель. При пожаре разбить стекло, взять ключ. Откройте шкаф ключом. Возьмите огнетушитель. Что-то я не совсем понимаю, конечно. Ну, веревка бери. Не берет веревку. Так, ну мы включили. Мы свою клетку тоже подключили. Так, огнетушителя нет. Ключ за стеклом. Вау, молоток. Тут пол. С Новым годом. С новым счастьем. Так. А как я узнаю, есть у меня молоток или нет в руках? Тут какой-то есть? Как-нибудь, чтоб... Нет, нету. Ладно, лампочка. Ой. Так. Декабрь, минус, минус. Внимание, с 10 декабря по 20 на улице сильный ветер со снегом. И что это мне дает?
Так. Что там не дает-то? Нет, непонятно. Кирка. Кирку надо сделать. Так. Тут ноль. Кот. Это кот. Ноль. Так, что здесь у нас? Блин. Надо скобы чем-то вырвать. Два. Смотрите, два. Ну-ка. Ага. Так, подождите, два. Ноль. Хотя бы еще цифра или две. Вот эта штука от скоба. Мне как-то выдернуть надо. Так, рукоятка прибита скобами к стене. Заперто с другой стороны. Так, нет, нет, нет. Мы хотим сегодня... Как вот подключить бы просто, да и все. Оборвать провода. Я календарь переверну. И снова 3 сентября. Ой. Тут маленько, конечно, управление так это... Не очень. Ну, в смысле, не очень в том плане, что... Не очень. Так. А, дверь с электронным замком. Так. И вот так вот. Опа, так вылез еще разок. Надо посмотреть, мало ли, может, под ковром что где-то. 5. 5, 2, 0. Так. Поехали. Нет электричества? Подожди. Куда ты там? Подключено-то. Так. Обрывок провода. Так. Он даже не... А зачем мне бумага вот эта? Нет. Блин, так, ладно. Так, 5, 2, 0. Так, так, так. Ищем, ищем. Здесь дерево, это что стоит? На. Блин, ни хрена. Что тут? 8. 5, 2, 0, 8. Что тут? Может, еще что-то есть? Давай закроем. Мне надо где-то провод достать. Изоленту какую-то. Холодно будет. Как это связано с тем, что мне пригодится? Сосульку какую-то взять. Ой.
Давай, разбей. Нет, не разбивает. И эту лампочку он тоже не разбивает. Блин, блинский, да как так-то так? У меня есть молоток. Куда тебя применить-то? Так. Здесь тебя нет, здесь тебя нет. Пять. Ты открываешься? Нет. Тут тоже ничего. Странно. Так, я не прыгаю. Он не прыгает. Понятно. Что у нас с потолком? Откуда веревка-то упала? Блин. Ну, короче, с потолком не все ясно. Зажатый ключ в тисках. Я понимаю, конечно, что он зажатый. Надо освободить ключ. Надо, значит, какую-то железяку найти. Где-то что-то выломать надо. Нет? О, доска. Засов. Дверной засов. Так, ну вот что-то... Блин. Ага. И что мне это дало? Дверь с электронным замком. А, вот так. Ну-ка пробуем. Панель управления выключена. Надо включить. Давай. Блин. Хватай провод. Что-то ты не хватаешь провод, ладно. Что еще тут? Может, рано я еще с доской-то... Так. Нет. Ничего, может, как рычаг поднять можно? Чтоб клетку освободить. Нет. Вот здесь, по ходу дела, дыру надо какую-то забить. Так. Иди. А может, скобой надо соединить? Стой. Ты же металлическая. Ай-яй-яй. Где что есть-то еще? Что я не учел? Так, меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Север, запад, восток, юг. Пароль. Понятно. Путь, значит, север, запад, юг. Так. 0, 25, 8.
0,258. Так. 0,258. Так. Как мне? 0,258. Она обесточена просто. Как ток пустить по ней? 0,258. Блин. Что-то я... Что-то где-то что-то есть. Должно быть. Так. Блин, ну-ка давай еще разок. Твою же мать! Кто это там шумит? Так. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так. Ну. А он зайти не сможет, да? Или сможет? А ну живо открывай дверь! Хрен тебе! А он не может ко мне, да, попасть? Блин, вы проиграли. Так, ну давай заново. Блин, нажал. Так-то ничего себе, да? Ладно. Нужно выбираться отсюда. Смотрим веревочку. Бах, листочек. Так, берем календарь, мало ли что там, дата там, что у нас еще было, молоток. Молотка нету. Это север, запад, восток, юг. А, север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Так. С Новым годом! Север, запад, восток, юг. Так, это вот что-то дает информацию какую-то, нет? Север, запад. Где я что подбирал? Север, запад. Восток, юг. Закрыто с другой стороны. Так, мне кажется, мне что-то не додали. В коробках нету ничего. Стой, ящик с замком? Ну, я должен открыть или что? Так, ладно. Блин. Мне кажется, что-то поменялось. Нет? Ну-ка, блин, давай, давай. Вот так. Идем, открываем. Здесь был молоток. Так, чего-то не хватает. Дверь с электронным. Не понимаю. Ну-ка, давайте-ка. 14 декабря 2013. А у нас что 14 декабря? Ветер, ветер, ветер. Влажность, влажность, влажность. Зажатый ключ.
Смотрим, смотрим, лазим, лазим, лазим. Ниточки, иголочки. Шарики блестят. Пола-то нет практически. Стой. Нашел. Молоток. Итак. Твою же мать! Кто это там шумит? Главное, подожди, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все. Теперь у меня ничего нету, следов нету. Только календарь единственное, да, вот это надо было поди обратно повешать. Смотрим. Ну зашел ты. А? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Ай-яй-яй-яй-яй. Подожди, веревка... А, календарь что ли тогда? Так, надежно заперто, ладно. Веревка не могла упасть сама. Ну, походу дела, он так и должен был. Так, ладно. Я знаю, чего ключик отсюда. Опа. Все. Теперь. Стой, 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 стой. Нет? Нет, не, скоба не перепилишь? Ладно, подожди. Блин. Давай, я же клеил обратно. Получалось как-то. Так. Вот так. Ой, подожди, подожди, подожди. Подожди. Что я должен отпилить этой пилой? О! Так. Север. За так 0285 0 2 так 0. Черт! Какого черта? Ноль пять восемь два. Ноль, пять, восемь, два. Что за пароль? Попался! Так, ну давай заново. Нажмите. Где север-то находится? Так. Теперь надо узнать, где север находится. Нужно выбираться отсюда. Так. Так. Это север, запад, восток, юг. Только знать, где север надо. Давай, север. 0-2. 8-5.
Ага. Ну-ка, минутку. Ага. 0285. Куда молоток дели? Куда дели молоток? 0285. Блинский. Вот он. Давай. Твою же мать! Что это за шум? Так. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Вот так. 0285. А тут ничего не произошло. Все, идите, идите. А? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Кто трогал календарь? О, блин. Так, ладно. Больно, не смертельно. Так, отмычку все использовали. Больше он нам не даст шансов. Так. Ноль. Нет. Два. 8-5. Так, подождите. Ну-ка, дайте я запишу. 0-2-8. Даешь твою мать-то. 0-2-8-5. Дверь. Открыть. Все. Выходим. Так, что у нас здесь? Ничего. Так. 0285. Так. В ванне ничего. Кстати, тут он поди мясо разделал, туши. Так, крышка унитаза привинчена на винты. Ключ надо. Кислота. Ну, вот здесь тоже. Болт. Раковина привинчена к стене болтами. Вот она. Цепочка. Цепочка, давай пилим. Пилим цепочку-то. Это что такое-то? Так, мне надо емкость какую-то. Так. Так, 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 так. Смотрим, что тут у нас есть вообще? Что? Подождите, он наверху. Это засов. Только мне его так просто не взять сейчас. Надо что-то... Ну-ка, стульчик мне. Ящичек. Каталку. Блин. Ну давай, бери. Бери. Дверь с электрическим замком. Подождите, что здесь можно еще взять? Плитку? Нет.
Нет, нет, нет. Ключ. Давай, отпили тогда мне вот эту. Где-то должен быть ручка от него, я так понимаю. Так. А где ручка от него? Блин, блинский. Ну, дверь. Так. Лифт. Нет питания. Нет, нет. Кто это там шумит? Так. А, подожди. Ни хрена. Дверь не закрывается. Сейчас он меня прибьет. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что не так? Кто включил панель управления? Блин, надо еще и панель управления выключать. Ничего, мое. Ладно. Замок запаян. А вот. Блин, у меня так это уже. Блин, у меня так кончатся все эти. Что у меня там было? 0285. Нет питания. Черт. Что это за шум? Так. Все. Я залез. Хотя время тогда еще хватало. Только где этот лифт искать? Сейчас он зайдет, подождите. А? Так, погоди-ка. Жду. Что-то здесь не так. Например. Видимо, показалось. Так. Запер с другой стороны. Так, у окна у меня нету ничего. А где какой лифт? Так. Дверь открыта. Блин, блинский. Он даже не прыгает, не подскакивает. Где ты лифт-то увидел? Ну-ка, давай-ка. Так, он меня током. В попытках найти выход, входная дверь была надежно заперта. Я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Так. После тщательного изучения нашел комнату с лифтом.
Где ты тут? Цепочка, цепочка. Так, мне кажется, за раковиной это все будет дело стоять. Нет, нет. Какого черта? Блин, все, мне хана. Я так думаю, по крайней мере. Ну давай. Блин, так-то нифига себе. Уж больно он все замечает. А? Комната открыта. Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Короче, у меня всего несколько попыток. Кто открыл дверь в ванную? Все. Забил. Так, заново. Ладно. Берем. Открываем. Так. Нужно выбираться отсюда. Так. Где молоток? Молоток. Вот он. Молоток. Нет, нет. Кто это там шумит? Все. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все, встаю. Вообще ничего не произошло. Это окошечко, он никогда не видел, что оно разбито. Так. Надо много чего здесь делать. Много, блин, ну только как? Как это все провернуть? Вот тоже задача. Так, это, погоди-ка. Кирку собрать надо, чтобы что-то где-то сделать. Что-то здесь не так. Я ж веревку-то боюсь трогать. Видимо, показалось. Хотя, мне кажется, ты ее должен заново подвесить. Так. Так, что там? 0285. А, сначала взять же надо это все дело. Так. 0285. А 0285. Все. А, блин, вот так еще закрывать надо все за собой, вот так вот. Так, доска здесь. Так, ищем. Пока ничего нету. Ладно, ладно. Так. Срезать болты мы не можем. Надо будет все вот откручивать, отвинчивать. Ага. Черт. Кто это там шумит? Дверь. Закрыть. Блин. Все. Ничего не знаю. Никого нету. Только не трогайте меня, дяденька. Не убивайте парнишку в рассвете лет. Я тебя как Карлоса. А? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Например. Ты же даже сам не знаешь, что. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Падла!
Ты охренел, что ли? Ты до чего доводишь-то человека? Открытый ящик. Как так вообще? Так. Открыли. Дверь. Открыть. Блин. Смотрим, что там упало. Отвертка. Так. Давай. Пассатижи. Ломик. Так, я боюсь уже тебя нахрен. Я закрою, давай. Это не закрывается обратно? Не закрывается. Ну давай. Блин. Или это не доска там? Так, мне самому хоть выламывай. Так. Зажатый ключ в тисках. Так. Ты чё, падла? Давай, крепись обратно. Крепись. О. Вот все. Ну, взял я часть кирки. Так. Его как-то надо разжать. У меня палка тут была. Где вот она сейчас? Куда делась? Блин. Не прыгает. Ну-ка. Это-то не кирка или кирка? Или что это? Непонятно. Так, ищем, ищем. Что-нибудь, что напоминает кирку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, кирка-то я знаю. Ой, а куда я палку дел? Подожди. Палку дел, но значит надо это... А где мне взять? Раковина привинчена. Может, я не все взял? Ну-ка, ну-ка. Ух ты. Что это такое? Рукоятка. Вот он. Иди сюда. Так, взял. Обратно надо закручивать. У меня уже сыкотно на душе. А где палку-то взять? Я по-любому должен буду закрыть эту дверь. Где палку взять? Где?
Не понимаю. Отломить? Да нет, это не вариант. Блин, что-то я не то делаю, конечно, немножечко. Где-то что-то да как-то. Итак, ладно. Нашел. Где кирка? Кирка где? Блин. Может, какая-то из этих досок? Нет? Нет. Из этих досок не подходит. Так. Там, по ходу дела, не доска, а все-таки стена, мне кажется. Что тут есть? Блин. Давайте еще разок смотрим. Чтобы где-то что-то, что-то, наверное, что-то похоже было. Так. Ветер. Ветер. А, подожди. Ты могуч. Ты гоняешь стаю туч. Не видал ли ты на свете, где запчасти от кирки? Блин. Не идет. Ствол подпили, что ли, хоть? Непонятно. Ну-ка. Да, это мы знаем. Где ты? Блин, сразу, вот в первый раз она сразу была. Что, тут нету? Тут тоже ничего такого нету. Ага, вот закрывать надо было. Так. Нет, 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 не все не то. 14 декабря. Ой. Выпиливать, что ли, из чего такого-то надо? Так. Нет, нет, нет. Так. Что тут есть? О, ну-ка. Это что? Блин, вот она. Все время здесь было. Так, ладно. Так. Ну давай. Куда тебя? Сюда. Взяли кирку. Подождите, блин, веревку, да, тронули? Ешь твою мать-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не забыть. Твою же мать! Какого черта? Да кто бы сомневался. Так, дверь закрыть. Вот. Что, я думаю, веревка, да? Ты за веревку сейчас меня
захреначишь. Ну давай, я жду тебя. Что ты принес? Ты мне что-то принес? А? Так, погоди-ка. Гожу. Что-то здесь не так. Что, например? Эта веревка не могла упасть сама. С чего бы это? Блин, ну давай, еще раз накажи меня. Я же не помру. У меня просто ножовка есть. На. Так. А что ты принес? Что? Это что, рычаг? Какой рычаг? А, рычаг от лифта, может быть? Так. Дверь открыть. Окей, на. Изоленту он уже убрал. Пришел. Смотрим. А вот он кто писал. А у тебя ничего тут нету? Вот. Дверной засов. Ну, пробуем, пробуем, ребята, пробуем. Так. И лифт. Ну, включить. А, нет питания, подожди. Лифт. Черт. Включить. Какого черта? Давай. Сейчас ждем. Чего у него за дом-то такой? Интересно. Давай, давай, быстрее. Так. Он уже там долбится, наверное. Открывай дверь. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Пока. Ну ты рак. Но все равно он сломает, я знаю. Ага. Где ты, черт возьми? Где я? Как ты думаешь? Блин, я хочу твою морду хотя бы увидеть еще напоследок. Нифига. Будь ты проклят! Я улетаю на большом воздушном шаре. Куда не знаю, зачем не знаю. Заперто на ключ, а я тебе где возьму ключ? Так, а я-то сам спасся, да? Вы сбежали от маньяка. Продолжить. А так бы я бы мог ее еще спасти. Ну-ка, давайте-ка нажму на паузу и попробуем, если я смогу ее спасти. То я вам покажу. Итак, я собрал кирку, проломил. И меня, кстати, так, открыть. И меня, кстати, ни разу не спалили. Ну тут видите, тут инструменты вот этот не понадобился, эта отвертка не понадобилась. Они в других местах оказались и совершенно другие предметы. Так что, видите, даже эту палку я взял. А где-то здесь я взял ее. Где-то вот, вот где-то тут вот в комнате. Ну что ж, давайте закроем. А, надо ручку взять. Подождите, а он отвертку принес? Он не ручку принес, он отвертку принес. Подождите, все-таки придется, значит, все равно проходить этот момент. Давай.
Давай. И вот здесь, походу, делаю ручка, но... Вызываем лифт. Лифт. Черт. Какого черта? Включаем. Эх, за мной бы еще дверь бы закрыли, было вообще здорово. Сюда он за нами не полезет, хотя если подождать, я уверен, он полезет туда. Давай, пока он еще не пришел. Все, наверное, в дверь уже стучит. А ну живо открывай дверь. Да, так я и думал, сейчас. Мы не будем ждать и смотреть, как он сюда придет, как он сюда пройдет. Валим отсюда. Давай, все. Ты меня не успеешь вытащить. Так. Ага! Выбил дверь. Где ты, черт возьми? Я уже все, как на воздушном шаре, далеко от тебя. Но твою рожу все равно не покажут. Чумной доктор. Будь ты проклят! Буду. Теперь у меня пилка по металлу. И так, как оказалось, я здесь раз не один сижу. На. Опа. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующей серии. Пока.